соблюдение международного гуманитарного права во время полномасштабной войны. Для этого Минреинтеграции стала инициатором законопроекта о применении и соблюдении норм международного гуманитарного права в Украине. По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, он позволит создать новые институты контроля за соблюдением международного гуманитарного права на территории Украины, в то время когда Россия всеми способами его нарушает. Вот это бессилие сильных, когда, казалось бы, международное гуманитарное право, ООН, Международный комитет Красного Креста, все остальные бессильно смотрят, как убивают людей, женщин, детей, гражданских, как просто отказывают. Официально отказывают в открытии коридора. А даже если коридор открывают, то это только договоренность двух сторон. И международный институт здесь играет роль только наблюдателя, то есть никакой ответственности. Законопроект предусматривает введение института уполномоченного по применению МГП как должностного лица исполнительной ветви власти. Он будет отвечать за реализацию международно-правовых обязательств Украины в области МГП. В частности, контролировать соблюдение прав лиц, имеющих статус военнопленных. Это будет первый законопроект, который будет, по крайней мере, определять правовые рамки, действительно будет инфраструктурным. По крайней мере, мы будем понимать, кто что делает на национальном уровне. И самое главное, нас в этом поддержат наши международные партнеры. Они говорят, что вы имеете полное право быть лидерами в этом. Новая должность уполномоченного по международному гуманитарному праву не будет дублировать функции уже действующего в Украине омбудсмена по правам человека. Уполномоченный Верховной Рады справ людей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека является органом парламентского контроля, а мы говорим, что мы хотим в условиях вооруженного конфликта, когда задач по защите прав людей становится намного, намного больше в связи с войной, а это вопрос военнопленных комбатантов, гражданского населения во время оккупации, тел погибших. И вот эту работу в исполнительной ветви власти должен возглавить человек, который действительно будет профессионально подготовлен и действительно будет иметь на это полномочия. Законопроект писали с учетом опыта всех мировых вооруженных конфликтов. Но именно сейчас, по словам Александра Бакумова, во время полномасштабного вторжения на территорию Украины, Россия использует все виды современного и запрещенного оружия. Эти факты по завершению войны смогут дополнить протоколы уже существующих Гаагской и Женевской конвенции ведения войны. В Украине фактично... В Украине сейчас формируется и доктрина, то есть новое научное учение о международном гуманитарном праве и практика международного гуманитарного права. Я думаю, мы с вами точно будем свидетелями протоколов, дополнительных протоколов к конвенциям киевских протоколов, которые будут нормировать правила, обычаи, ведения войны, поведение с военнопленными, обмен. Потому что, к величайшему сожалению, это те практические элементы ведения войны, которые мы увидели здесь, на территории нашего государства. Кроме этого, предлагается создание временной специальной комиссии, которая будет контролировать соблюдение международного гуманитарного права в Украине. Ее задача – изучение вопросов соблюдения прав и свобод в условиях войны, а также забота о возвращении украинских военнопленных. Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов, затем его подадут в парламент. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.